фашизмом. За этим коротким, но ярким словом «победа» стояли мужество и героизм, величие духа и самопожертвование советского народа, его огромное желание любой ценой отстоять свободу и независимость нашей Родины. Долгий путь к маю 45-го проходил через крупные сражения, через битвы на безымянных высотах, бои за населенные пункты, за отдельную улицу и дом. Ежедневно советского солдата сопровождали кровь и слезы, ранения и гибель боевых товарищей, пепел сожженных сел и руины некогда цветущих городов. Не отличалась меньшим накалом и борьба в тылу за хлеб, оружие, металл. Здравствуйте, товарищи специалисты радиоэлектронной борьбы! Поздравляю вас с 76-й годовщиной! Стучат наши сердца, когда нас переполняет гордость и большая печаль, когда, глядя в лицо ветеранов, мы проживаем, каждый из нас, героическую историю нашей Родины, когда живая связь времен и поколений становится крепкой и нерушимой, как никогда.